2012 вышел на киноэкраны Голливудом предсказана наша судьба. И для кого сейчас уже не странно название фильма 2012. 2012 вышел на киноэкраны Голливудом предсказана наша судьба. И для кого сейчас уже не странно название фильма 2012. Это апокалипсис, конец света. Судный день, начнется светопредставление, друг мой. Папа рядом на диване, заснул нечаянно, вроде как обычно. Но мне печально сейчас, что-то происходит на экране телека. Сути я не пойму, кадры меняются, люди что-то мутят, и меня клонит ко сну. Смотрю полузакрытым глазом, меняются люди. В оригинале слушаю французские фразы. Не по барабану, не суть понятно не будет этого фильма. С первого раза телек зараза, цветами глючит чувство экстаза. Заснула где-то в пути, но зато так сладко. Была бы сейчас похрючить, пусть фильм будет дальше сам по себе идти. Не страшно пропустить минут примерно десяток, с другой точки зрения к фильму подойти. Наше солнце начнет испускать такое бешеное излучение. Эти мелкие ублюдки зовутся нейтрино. Что ядро Земли расплавится, в нашем апельсине это сердцевина. И в результате кора нашей планеты начнет свободно перемещаться. Конец света нагнал много людей. Даже сняли фильм, чтоб кому-то стало страшней. Не впечатляли никогда меня такие фильмы. На этот раз также захотелось спать сильно. Конец света нагнал много людей. Даже сняли фильм, чтоб кому-то стало страшней. Не впечатляли никогда меня такие фильмы. На этот раз также захотелось спать сильно. Загоняются те, кто не поймет одного. Не изменить того, что нам суждено. Идея фильма весьма забавна. Предположить то, что бы быть могло. Трещины в земле, испуганные лица. Кино спецэффектами можно насладиться. Этому фильму нужно быть 3D. А дома под него лучше рядом уже позади. Вышел на киноэкраны Голливудом предсказана наша судьба. И для кого сейчас уже не странно название фильма 2012. 2012 вышел на киноэкраны Голливудом предсказана наша судьба. И для кого сейчас уже не странно название фильма 2012. Неважно кто, христианин, буддист, мусульманин или растафарианин, завтра мы все сольемся в единое целое! Сядли! Джексон! Да, откуда да, ты? Да. Я думал, тебе кранты! Нет, это... Летите, птички, летите! Хочешь с нами? Здесь безумно красиво, я остаюсь. Удачи. Сегодня последний день в истории Соединенных Штатов Америки. А завтра